Всем привет, дорогие друзья мои и подруги, с вами, как всегда, Алекс. И сейчас давайте попробуем вместе открыть вот эту вот башню. Разыщите трех больших мудрых зверей, значит. Говорит, и зайти сюда нельзя, башня Кхелоны. Че я, значит, ходил, увидел, здесь долго бил всяких черепах. Некоторые вот без сознания уже. Черепаха — это мудрое животное. И увидел, вот она. Вот она, здоровая. Здоровая черепаха. Я попробую, конечно, ее, чтобы не падать сейчас, наверное. Попробую. Да попробую редувией, что ли. Редувия не попадает. Даже этим, да, не могу. Вот так только. А вот так только по... еще две осталось у нас черепахи. Сейчас покажу, где я их замечал. И самое интересное, это где третья. Ну что ж, вот так вот мы, значит, ее пожертвовали собой прямо. А монетками я не стану жертвовать. Значит, я сейчас поставлю свой клык-ищейки, значит, любимый. Вот, потому что тут на пути встречается многое. Я надеюсь, мои монетки здесь где-то лежат, да. Они лежат здесь. Их собрать можно? Можно. Отлично, значит, с этим разобрались. Значит, первую черепаху большую нашли. Значит, теперь берем лошадку. Сейчас покажу, где я вторую видел, если я не забыл это место, потому что темнеет уже. Вообще, наверное, давайте сделаем так, потому что в темноте как бы можно не определиться, где она. Я вам покажу от этого огонька, от этой башни. Здесь мы попадаем, когда уже выполнили, не знаю, квест Ренни. Отдохнули до утра, все светло, все хорошо, значит. Вот, все светло, все хорошо, и скачем. Там, кстати, волки такие опасные, конечно, ребята. Есть здесь и лосей, бил, и все, но, как вы видите, дело все в черепахах. Окей, летим сюда. Сейчас я вам покажу это место, где оно находится. Если сам не забыл, но я вроде не забыл. Ориентир, значит, будет, будут черепашки такие. А почти ниндзя, значит, черепашки. Здесь аккуратно, здесь волки, вообще здесь все есть. Вот они, волки. Вы мне не нужны. Вы мне не нужны. Подходим сюда и смотрим, значит, здесь. Здесь ничего, значит, скачем дальше. Я вам покажу. Тут будет такой припечек, значит, будут черепашки. Вот, черепашка одна. И это говорит о том, что где-то есть еще черепахи. Одна — это не показатель как раз. Нам надо найти много маленьких черепах. Ага, вот там они. Точно, я не знаю, как она заползла сюда, значит, нам надо наверх. Оттуда я спрыгивал сюда, я ее видел после того, как уже к башне подошел, потому что так увидеть нереально их просто. Вот, я не знаю, как эта бедняга сюда заползла. Но, видимо, ей очень надо было. Если что, поставите, отмотаете. Здесь будет много черепашек, и внизу их будет много. Вот они, видите, черепашки. Значит, уже наталкивает на мысль, что мы на правильном пути. Видите, сколько черепах здесь. И спрыгиваем сюда. И теперь сюда. Вот она, та самая черепашка, значит. Я вам показываю, потому что вот я нахожу, да. Вот она, та самая черепаха. Это у нас номер два. Кстати, если заюзаете телепорт, ее здесь не будет. Ее здесь не будет. Но у меня уже не будет, в принципе, да, потому что я вот как бы уже понаходил
То есть, как отсюда спуститься? Спуститься очень просто. Все сюда же, сюда же, сюда же, сюда же. Ну, желательно взять лошадку, наверное. Вот, немножко повредился я, конечно, но это не столь критично, потому что выбраться отсюда по-другому я не знаю как. Хотя первый раз выбирался. Вот, я сначала взял квест, бегал и случайно обнаружил. Кстати, вот это была первая черепаха, которую я обнаружил. А потом уже хорошенько церковь обыскал, вот это не церковь, а башню эту, да? Теперь, значит, что нам надо? Я поставил отметочку вот сюда вот. Вот сюда вот на пятерочку скачем. Значит, я вам покажу карту, да, вот здесь вот эта черепаха. Здесь вот эта черепаха. То есть южный алтарь, да, это башня Эксхлоны, блин. Вот, и здесь вот это, получается такой треугольник. Скачем на пятерочку, телепорт не этот, не юзаем, иначе можно не увидеть просто, саму черепаху можно не увидеть. Здесь последняя черепаха, она спрятана вообще гениально, просто гениально. Вот, опять через волков проскакиваем здесь. И скачем к башне. Точнее, сразу на пятерочку, но можно от башни, я вам могу от башни показать, как идти туда, потому что здесь... Можно заблудиться, если вы не бегали много. Да, я здесь пробегал очень-очень много. Вот она, наша башня. Вот, и нам вот, вот в принципе, вот, вот туда вот, короче, надо. И вот сюда вот можно пройти. Вот башня, да? Вот там внизу черепаха была. Но я не знаю, как ее убить по-другому. Ну, только упасть на нее, все. Здесь, кажется, тупик уже, да? Здесь вот даже тоже это потеряшка черепаха. Но нет, здесь не тупик. Здесь не тупик, здесь можно пробежать. Вот, в принципе, и с той стороны можно пробежать. Аккуратно, здесь очень много кристаллиц сидит. Сидит, ждет вас, значит. Я некоторых поубивал, значит, но некоторые все-таки еще на стреме. Тем более, я перезагрузился, вот они, кристаллицы. Их по два, значит, возле каждого кристалла. Если хотите заморочиться, можно поубивать их, но с них что-то ничего не выпадает нормального. Как бы вот они, ну, бегают и бегают, значит. Вот, блин, попало все-таки, а? Зараза. И вот первая черепашка, опять-таки, потеряшка, значит. Вот, мы идем. Идем на пятерочку. Вот у нас пятерочка. Здесь, кстати, будет босс, но дело не об этом. А вот она, где черепаха. Вы видите, да? И здесь воздушный поток, что ты делаешь, слезть с коня. Вот она где аж. Вот непонятно, да? Разработчики молодцы, конечно, это большой респект им. Я думаю, догадались, что надо сделать, сейчас я вам покажу. Вот она, черепаха-то, а? Я даже вот так сфоткаюсь. Она летает там, просто летает. Значит, берем кобылку свою, коня, верного друга, верного помощника. Становимся на этот поток воздуха. Ну и стараемся прыгнуть, подлететь и попасть. Наверное, это не всегда получается, значит. Еще потому что летает она так, конечно, конкретно. А кобылка конкретно вот не хочет на поток заходить, просто не хочет. О, куда ты улетела опять? В общем, может это можно сделать как-то пешком, значит, без лошади, не знаю. Я не пробовал, но попробуем на лошади просто встать вот сюда вот. Вот. И, но оно вверху не управляется немного, а вверх мне смотреть как-то вообще неудобно получается. То есть надо просто продамажить ее, это будет третья черепаха, но она... Сложное, надо выбрать место, значит. Вот и все, вот, выбрали место, значит, подождали. Печать с холма снята, значит, теперь можно, мне кажется, и телепортироваться. Да, хорошо, давайте закроем это сообщение. И, значит, южный алтарь, в принципе, все сделали, всех черепах нашли уж. Вот, печать должна быть снята, да, и она снята. Все, печать снята, давайте теперь зайдем. Башня Кхелоны, значит, зайдем и посмотрим, что здесь вот
Я здесь первый раз. Я увидел черепах и думаю снять тебе, потому что если не сниму, значит, то они исчезнут просто с вида. Здесь довольно неплохо. Башня как башня, балкончик как балкончик. Поднимемся вверх. Не знаю, есть ли тут босс. Нету тут босса. Однозначно посмотрим. Здесь есть лифт. Надеюсь, наверх. Да, наверх. И еще наверх. Ну, в принципе, я не знаю, это обычная башня, как бы. И вот оно, заветное наше сокровище. Темная луна Ренни, значит, вот оно. Новая темная луна Ренни. Давайте посмотрим, что это. В принципе, в инвентаре, наверное, можно, да, где эти? Луны наши, так. Темная луна, полная луна Реналы есть. Есть темная луна Ренни. Значит, все у меня недоступно, потому что вы посмотрите, мудрости надо 70. Призывает холодную темную луну и запускает ее во врагов. Но это имба. Я не знаю, ребята, прокачаюсь ей в дому мудрости на 70 или на 68. Темная луна и полная луна Реналы есть. Вот. Я не знаю, как это показать вам. Я показать не могу. Кто маг, мне кажется, это, ну, просто идеально будет. Просто идеально. Ну, а я, Алекс, с вами не прощаюсь, значит, пока-пока, до скорого. А вот такой вот гайдик был. Если не знаешь, как зайти в башню, где найти мудрых зверей и черепах, теперь ты знаешь. Увидимся.